Здравствуйте, дорогие друзья! Я Екатерина Бердюгина, преподаватель школы «Художник онлайн». И я рада представить вам курс по темперной живописи. В этом курсе мы с вами познакомимся с темперными красками, поговорим об их особенностях и изучим новые техники и приемы. Темперная краска является очень древним материалом. Ее использовали еще в Древнем Египте для росписи храмов и саркофагов. Также вы можете знать этот материал по храмовым росписям и фрескам. Темперными красками работал знаменитый художник Андрей Рублев. Темперная краска удобна тем, что она разводится водой. Начнем мы работу над данным курсом с простого объекта, напишем яблоко и изобразим его двумя разными способами – более декоративно и более живописно с мягкими касаниями. Далее задача пойдет на усложнение. Мы с вами выполним многопредметный натюрморт, поговорим с вами о композиции, о том, как грамотно взять цветовые и тональные отношения в работе и о том, как смоделировать объем и форму предмета в натюрморте. Также мы с вами напишем натюрморт и в декоративном стиле, большими локальными пятнами, постараемся передать объем и материальность предметов. Мы с вами напишем красивый натюрморт со сложным освещением. В этом натюрморте мы попытаемся передать свет горящей свечи. Также в этом курсе мы выполним ряд пейзажей. Напишем интересный пейзаж с современным городом, где будем использовать более декоративные приемы. Постараемся передать образ современного мегаполиса. Далее мы выполним ночной пейзаж с красивым освещением. Изобразим Исаакиевский собор. Постараемся передать вечернее состояние в работе. Также мы с вами напишем итальянский пейзаж, в котором основной задачей будет передача пространства в работе. Постараемся взять красивые цветовые отношения и передать солнечное состояние освещения. Также в этом курсе мы выполним две интересные работы. Напишем этюд пиона, в котором поговорим о разных способах наложения материала, декоративном и более живописном. Также будем использовать мастихин. И выполним этюд птицы. С помощью интересного приема изобразим сложную текстуру фона. Этот курс получился достаточно интересным и разнообразным. И отлично подойдет тем, кто хочет начать работать темперными красками. Буду ждать вас на этом курсе.